Ой, осуждаю, там на стриме было чудно, кстати. Ой. Должна вроде сейчас что-то. Ой. Это скоростной, получается, летун. Так называется, летательный аппарат в Звездных войнах. Спидер, ну да. А ну, Иван. Аппарат в Звездных войнах. Скоростной. Ваня, вас там не вылезло Салево на Ютубе? скоростной. На Ютубе ничего не вылезло? Типа, тут стримить Сейчас начали. я зайду. Я ж вроде подписанный на вас, а Ну, что я если вы не знаю, да. показываетесь? А, все, є. А, вы переназвали, потому что квантовая механика. Надо назваться было нормально, да? Все вам Алло, нормально? алло, написано, ого. Алло, А, ну, а ну, о, да и вкладки закрывает. алло. А я же убрал вообще всю задержку. Задержка тут, кстати, набагато меньше, ніж на Твиче. Ваня, ну вам игру видно? Вот скажете сейчас. Ну, зайдите. Ну я зашел игру. Вы куда выкинули ссылочку? В основной? Я пока не Сейчас я кинул. скину. Не, гейминдам. А Ваня, вам игру сейчас видно от рабочий стол? О, Да, работа. вот игру видно сейчас нормально. Вообще класс. Так у меня Да, FPS в да. меню было 80, а сейчас у меня 56. Ну так нормально, вы Full HD мне стримите. Ну О, у да, вас. что я ж, ну все для подписчиков. У вас нормально как раз працюю, блин. А вы ссылочку кинули, да, Ваня? Да, скину. А, ну нормально. Ну так все, погнали, погнали, погнали. Польскую озвучку поставь. Дай нахуй польскую. Погнали, в сетевую игру на мечах драться. Не запускаю. На Так руках. а из-за чего там нельзя на Твиче стримить эту парашу? Я в геймдом скину. А что ты сказать нельзя? Да. Ну, на Ютубе можно. Ну, просто ты там заборонено слово я. Да. Зайди в коллекцию, увидишь. Яке? Да нет. Я скинул гейминг дамп, ну что? Что тебе еще сказать? Я сказал, у меня говняно Ой, працювало. блядь. О, на что катку сишь? О, занесло. Угу. Найс. Я вообще стримил бы без задержки. Если бы это было возможно. Угу. А на миксере можно, на миксер уже все. Что миксер? Сдох? Да, он же уже вроде не рабочий. Она А, еще этой 4. хуйня или как она там? А кто за кого? Кто кого пикает? Я тут все скинчики понастраивал, поэтому. Не Люк Скайуокер для меня такий рандомный чувачок. Давай, бери Люк, я, короче. Я Я Энакин. на Рей. А, давай, Энакина, я тоді твій учитель. Ну, в будь-якому випадку, кого б ти не взяв, я тебе обучаю. Я на Люке. Я Обі-Ван. А не, стоп, не Обиван Рей. Кеноби. А, я помню, кто это такой. Был ещё один чел, який учил Обивана Кеноби, пока Энакин был Твой... выше челиком. Я забыл, как Твой... его. Як? Квайгон... Квайгон Твой Джин. гон, да. Угу. Він помер от Дарт Мола. А щоб ви знали, Квайгон був учеником, ну, типа, учнем цього Йолі? Дарта Тірануса. Це то, що з Ну, фіолетовим мечом ходив? графа Дуку, ні, Ні, граф Дуку. Тиранус. Граф Дуку. Короче, дідуля оцей сідий. Ну, прийшли. Мене А що скорость за модні пропала. черевички? А чого граф Тіранус? Це на якій мові вообще? Ну, це він так називався, типу, по темному наречию, можна так сказати. А що ти такі модні ботинки? Дартіранус. Ух ти, ёб твою мать. А як це Anakin Skywalker Бо буде проти якийсь Anakin ляга. А как Skywalker? это их гасить? А як це Anakin Skywalker буде проти Anakin Skywalker робиться? Як це таке можливо? Ой, ну 60 кадрів, кстати, у мене. Бля, мене вже застанило, говно. Бам. Мене вбили. Я перший, по-моєму. Боже, всіх розвалюю. Він як таракан лазить. Генерал Грівус. Ну вам нормально, Ваня, вам стрілиться воно? Ну, на кубики тоже падає, конечно, битрейта не хватає. А що за криса, блядь? Хтось стріляє, блін, ще.
Блин, спасите! Блин, она знала замочила. Психи с Оби-Ван, блядь, слабый. Не, ну, да конечно. Нет, это что-то сложно как-то. Так как бьются джедаи, это вообще не рівень джедайской академии. Даже рядом не стоял. А, тут, ну, я якийсь слабый, реально. Почуваю себя слабым. Тут якісь, блядь, примагнічуються, це воно туди-сюди дрігається таке. Блядь, захаркали її в гетні. Бля, нормально, блядь. Ну, Дарт Вейдер так епічно ходить, просто йде такий, йой. Я хз, тут треба через блок грати, пацани, кстати. Ну да! Да, я тільки зараз це зрозумів, думаю, чому мене не бошить. Не, що да, этот стрелок ще не чув. От як він це діє? Давай, 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 давай! Ой, ну Дарт, ну вообще, він такий класний, відвечаю. А Вейдер, блядь, нахуй живе на, блядь, на, ну, сколько це хп, блядь. Чем, если я понизив на настройки графіки до средніх, то воно нормально, у мене було 60 кадрів і було не перевіз. Вони якось в крисою грають, типу вижидають по одному, вирізають нас. Давайте збремать. Я не. От если мені не будуть эту. Это какие-то типа такая. Одного зарезу. Блять, мене прям від. Куди це він мене відкинув, я хз. Ну ми щось слабі, я бачу. Я щось взагалі не розумію, як їх убивати. Мене за 2000 винесуть. Я Люк, я твоє! Я же тебе толкнул! Це женщина, блядь, що ти... Ну, Дарт Вейдер тут сильний, кстати. Він шарить, що ти що... Я через когось спущу в себе! Це я включив на чуть-чуть звук на стрімі, щоб зумів, коли ви там у мене... Давай, переспамлю, переспамлю! Сосать хуй. Мерегув! Мерегув! Энакин бьется против Энакина, вот это шок-контент вообще пошел. Да удар же его, ну! Він десь цей броню намутив, як він це делает? Я теж хз, як воно це робить. Ух, щит. Короче, погнали на мини-типе. Ай, душить Жеку. А ну все, задушили. Вони з карточками просто, пацани, заряжені. Ну, тоже верно. Не вривайся туди так. Не, так это ультра параш. Я не понимаю, как ты играешь. Меня выносят с двух тысяч. Аналогично. Я пропоную еще один раз в матч. Я не разумею, как. Я тоже что-то мне такие швырки, я не понимаю. Мене ще кожен раз відкидає тобі. Ну якось що-то произошло, не поняв. Ви Вань, це бачите? Це нормально взагалі? Ще нормально. Ну вас віднесло чуть-чуть. Да ні, ви пропустили, як там мене... В смысле, я что-то стримил? Нормально? Вы бы мне сказал. Я ж нажав кнопку дрыжка. Я могу якось тоже угарно чучка? Не, лучше уже на нём не катать. Чубака это, конечно, классно. Я бы еще один майнер нанял. Ну, дыви, я швырнул. Я под хилом в блоке сдыхаю, я не понимаю, что это за херня. Ну, я одного зарезал. Я зарезал одного, и то лоу хп, и то случайно получилось, походу. Хан Соло такой чисто. У нас 3 очка осталось.
перерождалки. Боск побегает. Погибает. Да ну иди нахер, душишь. Дарт Вейдер дуже душний, блядь, это пиздец. Мене просто не, от він мене обично і вбиває. Треба ще один раз, думаю. Клас. Ще раз зіграємо. О, там якась наша чівка вилізла, але не видно. У нього третє місце. Ну да, там чел на Дарт Вейдері дуже сильний. Чого те оружие труситься? 25 кілов у нього, ёб твою мать. Да. Типа на Дарт Вейдері, да. Я, ну чел, ми виходимо, получается? Та можемо бажати, наверное, ще ще. Ще раз давай сіграємо. Ой, бля. Ну теперь мы за злу ставим, чисто. Дарт Мол. За демонов. Мой Дарт Мол. Где твой Дарт? А, ты взял крыса, ну. Ну давай графа дупу. Дупу. Так уже, ну таким ему саль. Граф дупа. А как вони, кстати, меняли персонажей во время своей битвы? Ну тебя убивают, и ты менять их перса можешь. Да, только важен. О, я первый достал мяч. Как же он классно эти два мяча включает вообще. Как я без мяча буду биться? Руками. Мне нравится, что Энакин Скайуокер бьется против Энакина Скайуокера. Ну, по факту. По факту. А где Бэйби Йода? Ми винчі буха тероризму. Что произошло нахер? Я не знаю. Йода, походу. Ну вот як він це делает? Вообще, микрочел, блин. Я не понимаю, что он из двух тычек ложит. Потому что Йода фул фиолка, блин. А-а-а. Классненько. А главное, честненько. Ну, блин. То время то, что ты не играл с 2017 года. Ну да, да. Я не понимаю, вот это такие замесы вблизи, ну это бред полный. Я могу на тараканчика переключить? О, я теперь тараканчик! Ого! Я не понимаю, мы деремся все вместе, и тут опа, меня в четверо влетает такой. Ди-ди-ди-ди-ди-ди! Блин, по саппорту меня зарубили двое. У меня 4 меча, почему я... 4 меча. 2, блин, не знаю, меня убили, блин. Йода тоже прокачан... А, это же... Не, Палпатина лучше, это твой дуб. Больше было, чем таракан. Так надо всем как-то собрать, а то я что-то въебал рот, если прибежу, меня опять трое забью. О, это как я на Диве играю. Взлетаю все разом, помираю в стане, потом прихожу, то есть уже мертвый. Что это, блядь, произошло? Деда, лежачих дедов не бьют. Объективно. Йода пришел, донатер, блядь. И меня швырнули за полкарты, если бы я валял. Ой. О. Какого черта я лежу? Какие-то кнопки жму, что попало? Почти. А, фул фиолетовый Скайуокер. Понятно. Там Скайуокер и Йода фиолетовый. Не зарезали. А, больно в ноге. Больно в ноге. А как за рука? Вот иди в страху! Я не знаю, там какая-то такая зруба происходит. Да у типа.
Ні, ну подивіться би оригінальну хоча б трилогію. Можна. Ні. Ні, мені подобається. Ви не візьміть цього колобка. Колобок там что-то Ігор на нем носил, а вот... Ну почему у меня два мужика риже? Я 4 фрага сделал. Пацаны, блин, меня в 4 опять зарубили, ну, где да. Вы все бегаете? Давайте соберемся разом, они в 4 бегают, нам треба теж компашкой. Вони тупо на фрикадель. Я сейчас всі кнопки подряд нажав і все, не зламали. Ні, якась параша, я не знаю. Не можу так. Я не знаю, що спиниться. Так... Текстур. Нагрівлю з такою. Ну, блядь, убивают люди, блядь. За секунду валять. Да нафиг. Як я вообще сделал 5 фрагов. О, миссы появилась. Ну, ты хочешь сделать? Что целим, у, я мог бы только что минус 2 оформить. Я один остав. Та ні, ти хуйта какая. Це дуже дрочильний режим. Ну типи просто фул викачаны, они там с двух тычек выносят меня в блок. Типа. Давайте проти інших знайдемо. Ти я что-то уже не хочу играть в эту. О, четверте место. Я что уже втомився, он дивіться по хан, вас там тоже отмітили. Так я ліво... вас чат настрою. Ну я все, я вже не буду играти. В эту штуку. Да все, надо спать. Завтра час, поиграю. 16 уже, блин, шарите, блин. Ну тут вообще, блин, много. Не, ну вот этот Supreme, это топ-1 тупо в этой игре. Да, чувак Supreme. Не зря он главный на этом стоит, на экране. Угу. Что, мы уже ливаем, да? Да. Не, ну блин, Дарт Мол бы... По кесике гони. Ще й одна кар... А шо открывать? Вы уже спати все? А шо открывать, Ваня? Ну да. Что значит, что открывать? Там же ж кейсик ты видел. Ну я открыл кейсик и там ничего не было. Что на каком у себя там, блин, был? А, это халат, типа. А мне тоже пустой кейс выпал. А мне на любом облике. Ничего вообще не выпало с кейсом. Робот джедая. Ого. Генерал Скайуокер. Энакин, а не генерал. Не, так это облик. Ну, ага. Ви більше нікуди залітати не будете, да? Як розумієте, все. Угу. А ну Дарт Мола, обліки, два обліка. От. Так ти на старий спокійно ночі. На добраніч. Давай, давай. Давай, на добраніч. А, генерал Скайуокер це із цього, із мультика, походу. Війни клонів. Ход. Да-да-да, кстати. Ніхера. Ого, молодой этот, блин. Хан Соло. Не, ну что-то он молодой какой-то, не молодой контрабандист. О. А то там что такие есть? А Чубаку, ну, подожди. Скинь, дай скинь, дай Чубаку. А шо это с ним? Чё? Это же не он молодой. Не знаю, такое что-то. А Чубаку? Там нету. Один ранен. Они есть? О. А, командир Беккета и Побег с крыльями, походу, из фильма Хан Соло. А, вон раненый Чубак, а, да, он, да, был раненый.
там, де інші актори. О, це треба ставити в 100%. Це треба настроїти всіх персонажей прикольно. От це лучший. Та хто там ще? Дарт Вейдер. Це квіст, бля. На Дарт Вейдера, ну. А, ні, це емоції, нафіг мені емоції. А, на нього немає. Скінчик. А хто там ще? Я просто не всіх у Боба Фет. Тоже нема на нього нічого. От це вообще боск, я вообще не знаю, хто це такий, блін. Это из самых последних этих звездных войн. На Палпатина вечный ситх. Та ну это, блин, эти гучи штабки какие-то там. Хана Соло, нет, а это бар... Вот это тоже я не знаю, из какого это, блин, этого. Ну поставлю так, чтобы без маски, это мне маски напрягает. Вот это точно из какого-то из нового. Потому... Это, по-моему, из сюжетки, это подруга. Це сюжет, так. Да. Оце теж з нових фільмів якихось. Ага. Це тут, який накачаний, типу. Ну, один версію із Вайд. А чого в нього лагає меч? Чо, у нього такий є? Ну, пацаном просто він нормальний, а тут він лагає чого-то. Ну, це і попіжі. Він, типу, горить. Лагає. Оце взагалі теж не Ландо Каклакапла. Кайло Рен. Та мені пофі. Люк Скайвокер. Ля. Лея Горна? От це класний, да. Ход? Ні-ні-ні, фермер. Ну, ж задержка. Фермер, ну, конечно. Задержка, блин. Це тупа, це що, та легенда. А що в Ландо обличчя, як у... Ваня, блядь, як же ж... У Ландо обличчя схоже на... Блін, як він називається? Це такі Ланди. Чорний. Ланда це на літаючій цій був. Базі. Чорний. Чорний, да. Блядь, як... обличчя похоже на This is America. Я забув, як його звуть. This is America! Don't watch you sleep. Так, так це і є другий, типу, скін. Ось оригінал. А, він може, це він міг його грати, коли, типу, є теж фільм Хан Соло. Блін, подивіться, що ли, блін, скільки там фільмів зараз є? 9 фільмів? 9 фільмів основами? І 3 спін-оффи. А там ще ж серіал, а там Rogue One, Хан Соло і... Серіал про цього, говорять, типу, топ. Про Мандалорса класно, класно, так. Я тільки перший сезон поки подивився, але класно. Ну, так як мені Звездні Войни подобається, то да. А гра Федукова. О, Обі-Ван. Гра в дупа, ну таке. Робот Джедая. Геонезіс. О, це теж, це долдовий. А це я не пам'ятаю, коли він так одягався. В першій частині. Ну, в скобочках, в четвертій. Вони ще б так по у ригальному сняти. Легенерал. Там же ж поначалу що було, там же ж... Гра в дупу це з нової трилогії. Ну, типа, з другої. Дивися, там є 6 старих фільмів? Или 9? 3 старих фільми. 3 они, старих. Типа, 4, 5, 6 часть, і є там нове, це 1, 2, 3. Це 2000-ні роки. Тому що там по сюжетці спочатку... А 7, 8, 9 це самі нові. Ну вот, да. Там що? Там та, що виходить, 4, 5, 6 це... Про Енакіна і постановлення його до этого, до Дарта Вейдера. Ні, 4, 5, 6 це вже про Хана Соло? Ні. Блядь, не про Скайвокера, вот этот, що по центру. Под Дарт Вейдером. Про Люка. Про Люка, да. Ой, блядь, 4, 5, 6 про Люка, перша про Енакіна. Блядь, натурі шорі придивиться, блядь, фільми всі передивиться, блядь. Просто нові Ашарі фільми. А 7, 7, 8, 9 це копіпасти попередніх фільмів. Ну от этот мужик, блядь, откуда ти виліз, блядь? То, это 4, 5, 6 часть. Фін? А, от этот Фін, это 7, 8, 9. Це якісь, блядь, політкоректні эти. А, герой, блядь. Я прочитав, є сопротивлення. Політкоректний. Я случайно. Не, ну объективно он может быть. Вот этот... Тоже это, я не помню, скуда он, блядь.
Облики, оно. Ну это что-то там тоже из нового. Ну давай побитое. Угу. А вы в Дискорде дивитесь, там задержки нема, да? Нет. Я на Ютубе. О, BB8, это тоже с нового что-то. Сёмый, да. Чё нету R2D2 и C3PO? Да, C3PO повильный, ты шо, на приколе? Ты шо, на приколе? Так можно было его на какие-то ролики поставить, он чисто лётом на RD, на RDD2 закинуть, чтобы не катался на него. На RDD2 это такой гениальный. Кайло Рен. А, тут нема ни скина? Кого? Хан Соло и Чувака. Так это Чувак. Типа их кораблей. Блин, по-хорошему глянуть на туре все части Star Wars, блин. Я, наверное, сейчас лягу буду смотреть. Седьмую. Не, я начну, наверное, с первой, ну, все подряд перейдут. Давай, ты заебешься их смотреть. Ну, блядь, в смысле, я ж... Не... Первых три еще ладно, а старые, они, ну, типа, мне по качеству просто старые. Старые, да. Те, что про... Блядь, я просто не помню, какие первые были. Про Люка. Про Люка Скайуокера? Да. Первые три про Энакина, который вот этот с Дарт Вейдером станет. Да. А дальше про Люка. Вот я вот первые три части примерно плюс-минус помню, а про Люка я что-то так начинал все время смотреть, и что-то такие, блядь, а кто это Люк про Энакина был по пизде? Да. Что так хуёво снимать потом начали, блядь? Пора же, блядь. То есть надо все в русские озвучки дивиться, ну, то есть там есть старые, блин. Да чё, там нормальные озвучки. Не, так если я сейчас найду украинскую озвучку, то это же вообще что это будет? А ты шо, в украинской собрал? Не, ну... Ну а в фильме я все дивлюсь в украинской. Бля, я Дэдпула пересмотрел, ебать я орал, пиздец. В украинской озвучке? Я в кино дивлюсь. Я его в кино смотрел. Я в украинский дивился тоже, офигенно. Я пересмотрел вторую часть, это типа там был переиздание для детей, типа. Без крови это ты? Без мата и без крови. И что там интересно? Ну там типа расширенная версия немного, там рофлы свои новые добавили. Ну да, надо же было что-то взамен добавить. О, ебать, мне пишет Дискорд. Режим стримера включен. Ты в безопасности, друг. Так, отключите его. Я стример. Опа, все, выключил стримера. Не так, в смысле. Ну я ж стримлю до сих пор, мой такой, чтобы достримить себя этот. Рабочий стол. Класс, забанил его за этот. Блядь, а кто-то дивился, что было происходило в этом, в США? Нет. Похуй, абсолютно. Там же, короче, вроде как я понимаю, Байден полностью стал этим чувачком, ну, президентом. Еще нет. Нет еще? Нет. Тогда там, короче, были протесты, ну, типа, Трампа максимально хейтит сейчас во всем. Его разблочили обратно уже. А, уже разблочили? Ну, потому что я дивлюсь видосы, типа, что его заблочили, да везде только можно, даже... Еще раз отправлю. И... Все. Ну, типа, я не знаю, ну офигеть. Я так подивився, ну, це реально уже там якийсь строится этот... Советский Союз, только в Америке. Потому что запрещается высказываться, блядь, там же был штурм этого, чи Белого дома, парламент. Парламент, да. А там что-то каких-то 500 человек поселили в парламенте, чтобы... Ну там, да, там, ну, там был микроразбой, типа, если подойти так со стороны, то, типа, вот этот, куда эти движухи... Кончене там живут американцы. Там, где BLM, вот эта вся движуха была, то ну, там, тупые, там же грабежи были. Загнивающая Америка. Гнів, да, від якої все зависить зараз дуже сильно, блін. Так вони ж це, вони в Америці знову всі вітрини, коротше, замуровують, тому що скоро Байден буде президентом, вроді, 20-го числа, і думають, що знову будуть активісти виступати. Клас. Тільки всі називають те, що це штурм от этого... Як ти сказав? Верховної Ради? Чи як він там сказав? Ну хай буде Верховна Рада, так. Да. Місцевої Верховної Ради. То, типа, це вандалізм, а ламати вітрини, коли були такі протести BLM, от це всі двіжухи. Так це не та... Це мирний протест, що-то там... Не мирний протест, це... Розбой небольшой. Ну, що-то там якось вони по-красивому сказали, типа... Це не то. Це друге. Блядь, мені кажеться, просто я боюсь, що реально зараз дійсно цю хуйню слідувати, це така хуйня якась буде, блядь. Это примерно ж типа ограничить свободу слова, это, короче, по факту это хоть Советский Союз, только в Америке. А где его ограничить? В
где, блядь? Ну, он США уже там что-то на... Там уже дофига народу наполовину. Так, в смысле, свободу слова, кругом Трампа забанили, кажуть, Телеграм, забаньте Трамп. Телеграм каже, не буду банить. А ми забаним Телеграм. Mm-hmm. Типа, це нормально? Там, да, це... да. Це, ну, це не нормально. На всю голову хворі люди. В Росії теж банили же... Телеграм, як видиш. Ні, ти просто... раз можу продублірувати картинку. Типа, прикол в тому, що там же він, Трамп, що-то як заблочили його в Твіттері, він же вроді пішов якусь соцсеть. Вообще, типа, рандомно, в якій там, блін, ну, жили свої там, капіталісти, там, виславлю, що там писали. Вообще фул непопулярна там, ну, по сравнению с Фейсбуком, ну, вообще реально непопулярна тема. После того взяли цю, короче, через сутки или через двое цю вообще соцсеть выплыли из Google Play и Apple Store. А, что-то там, да. Ну, ого, я такое не чу. Пиздец. Ну, конченые, блядь, американцы. Да. Я, блядь, надо Китай и Америку ёбнуть, и нормально жить будем. Да. Россия тоже подхватится, блин, там какая-то хуйня. А шо, Россия? Ну и Россия ёбнуть, ладно. Тупо, блядь, по кайфу, Путин, помоги, и всё. Ты шо, хочешь их в Крыму, блядь? Жаль, ты как в Крыму. Ой, блядь, если ты такие конченые, блядь, ну это пиздец. Дайте, блядь, дожить до конца, блядь. Не ж комплектующий до компашины прислали, блядь. Не шишком. Мне ж вівторок, кстати, комплектующие привезут. А вы уже замовили? Да. Типа, из-за того, что... Там чи проца нема, чи материнки, короче, у них на складе в Киеве. Они там ее только привезут в понеділок. Или что-то типа того, но я попросил... Из-за того, что у меня понеділок выходные, я попросил, чтобы не на вівторок, блин. Такие, а, окей, все. Хуя ви, блядь, не хочете в понеділок? Так я не работаю в понеділок, блін. Що, блядь, я поїду в Київ ради того, щоб забратися все, блін? А вони, блядь, будь-де ви там живете. Ну от іменно, ще потеряються, блядь. Ну, Star Wars Battlefront Ultimate Edition. Только це, походу, перший Battlefront. Бля, Евгений, шо у тебя за видосы на канале, ты шо ебанутый? А, да, там есть, наверное, на канале. Да нормальные видосы. Шо это, блядь? Это...